Привет, привет! Привет! Сегодня я, Боря и Алиса будут делать что? Бабочку! Бабочку фреска. Из чего? Из цветного песка. Да, будет картина фреска из цветного песка бабочка. Ну давайте, открываем картину. Так, Егор распечатывает коробку, да? Угу. Что там у нас будет? Цветной песок. А еще что? Так, песок, Алиса, давай считай, сколько там песка и какого цвета. Раскладывай и посчитай. Еще посчитай. Да, посчитай и скажи, какого цвета. Посчитай, сколько там песочков. Так, еще вот там песок. Еще. Давай, считай, сколько получилось. Все, весь песок, да? Да. Считай, Алиса. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 разных песков, да, цветов. А какие цвета? Ну-ка, давай цвета называй. Purple. Ну, а по-русски-то тоже называй. Purple, фиолетовый, да? Какие еще? Pink. Pink, розовый. Еще какие? Purple. Purple ты уже говорила, фиолетовый. Еще какие? Серый, как по-английски? Серый, white. Грей. Грей. Желтый, yellow. Молодец. Черный, black. Молодец. Белый. Красный, red. Красный, red. Синий, blue. Синий, blue. Зеленый, green. Green. Красный, red. Красный, red. Нет, там, наверное, оранжевый. Оранжевый? Да. Да. Чуть-чуть красный. Ну, оранжевый, чуть-чуть красный. Ну, давай, Егор, рамку потом будешь делать. Мы, наверное, в рамку в другую ставим. Давайте, начинайте уже делать картину. Что-то она немного помятая, да? Да, помятая. Ну, подожди, ее, наверное, надо маленько выпрямить, чтобы она ровно была, а то вам неудобно будет. Возьми ее, загни в другую сторону и выпрями. Потому что потом это, проблемы будут. Чё? Все? Более-менее. Так, ну, давайте. Егор насыпает, а Алиса разглаживает, да? Нет, вот видишь, он загнулся еще, выпрями его в другую сторону. Вот именно, нет, не здесь. Не здесь, вот где, где загнутый. Так, ну давайте. Егор будет насыпать, да, а Алиса будет разглаживать. Только смотрите, какой цвет крылышков должен быть. Егор, смотри на этом, на коробочке, как там. Чтобы так же красиво было и симметрично, потому что у бабочки крылышки-то с разных сторон одинакового цвета должны быть. Да? Угу. Наверное. Так, что ты сейчас будешь делать? Это получается, что ты открыл? А, ты открыл для желтого, да? Угу. Алиса, где желтый песок находи? Давай, сейчас Егор будет скрывать эту мешочек этот, и будете песок желтый размазывать, да, по картинке. А я буду сама высыпать. Да, да. Алиса будет сама высыпать. Да. Молодец, Алиса. Ну что, готова? Нет, у тут два глазика. Один глазик. А, глазики тоже желтого цвета? Да. Ну ты попробуй ножницами поддеть. Хорошо. Все, достал. Так, сейчас Алиса будет размазывать, да? Крылышки и глазики.
А вот еще сверху я вижу, пропустил. Нет, с другой стороны. Выше. Выше крылышко. Вот, вот, вот. Ну что, Алиса, давай, помогай размазывать. Так, это композиция из желтого цвета, да? Элементы крылышек. И глазки у бабочки будут такие, да? Все. Высыпайте, наверное, в рамку, чтобы не на столе, а в рамке этот вот песок весь был. Так. Что там дальше будут? Какие элементы? Не, Алиса, не надо это высыпать, пускай это будет запасной. Вдруг понадобится еще желтый цвет. Можно еще чуть-чуть. Видишь, вот оттуда удобнее насыпать, чем со стола. А, кстати, нет. Это так, что дальше? Какие элементы дальше идут? Дальше идет элемент оранжевого цвета. Так, а что у нас тут оранжевый какой? Вот! Папа, какой оранжевый? Оранжевый? Ну вот у Алисы, который, наверное, держит. Ну-ка. Ну посмотрите, какой больше подходит. Разница, в принципе, какая? Нет, они одинаковые, просто вот много нужно. А, ну раз одинаковые, значит. А, это вообще фон будет оранжевый, да? Ну значит они это, значит два получается. О, сколько много вам сейчас работы предстоит. Да. Да, Алиса? Ой, у Алисы руки какие желтые. Ой, я боюсь. Это что там за монстр такой, а? С желтыми руками. Я. Я? Кто это ты? А? Кто это ты? Как тебя зовут? Алиса. Алиса. Сейчас подожди, еще Егор откроет вторую, чтобы вам сразу. И Егор с одной стороны будет размазывать, а ты... Да, он одинакового цвета, то есть это оранжевый получается. Давайте аккуратно, аккуратно, Алиса, размазывай. Егор, положи посередине, чтобы Алиса тоже доставала. Так. Ой, какая красота получается. Оранжевая, да? Здорово, да? Ой, монстр еще с оранжевыми руками получился. Что это за монстр такой? Я. Я. Кто ты? Алиса. Алиса? Так, смотри у Егора, какой фон получился красивый оранжевый, да? Я буду сюда сама вот сюда высыпать. Да, сейчас тебе Егор там намажет, сделает, и ты будешь сюда высыпать. Во, какая красота получилась, да? Все высыпать. Ну-ка, что там получилось? О, какая красивая уже бабочка получилась. Белая бабочка с желтыми крылышками на оранжевом фоне, да? Да. Красота. Так, что дальше? Что дальше будете делать? Синий. Синий. Как синий, Алиса, по-английски? Забыла, что ли? Да. Ну ты даешь. Вспоминай. Блю. Молодец. Вообще капец затруднение. Что там, сильно прилипло? Угу. Да. Давайте осторожно отлепляйте. Так, один элемент снял Егор. Ну-ка, Алиса, руки покажи свои. О, какие руки желто-оранжевые у Алисы, да, получились? Да.
Какая бабочка там. Получается красивая, да? Да, это просто... Так, что там получается? Подготовили часть уже под это, да? Под синий цвет. Уже подготовили часть. Нифига, сколько вот смотрим новых. А пакетик только один. Ну, будете аккуратно высыпать. Да? Да. Так, все. Нифига. Так, пошел в работу синий цвет. Ну, красота какая. Сейчас у Алисы еще руки синего цвета будут, да? Да. Вообще как у монстра. Да. У меня будут руки зеленые, как у Халка. Мучки у Макса Халки. Как у Халка? Да, ничего себе. Точно, Халк весь зеленого цвета, да? Да. И у Алисы будут руки, как у Халка, да, зеленого вот цвета. Эти. Да, вот эти. Ну давай, все, помогай бабочку дальше делать. Аккуратно, Алиса, аккуратненько. И что, так сильно не надо. Вон, видишь, как это, как Егор делает, чтобы не рассыпался песочек. Ой, какие руки страшные. Но это у тебя синие руки, как у Аватара, да? Синего цвета кто, Аватар? А кто? У него полоски синие. Полоски синие, елочки вот этой. Так, ну-ка, что там у вас получается? Вот. Ой, какая красота получилась. Вот, так. Синие ножницы. Да. Покрасили ножницы. Ножницы тоже синие? Ой, а где белый? Белый. Он не белый, он серого цвета. Серый. А серого цвета то тут чуть-чуть вообще надо. Брюшко и голову, да? Это, наверное, и еще по краям. По краям? Да. По краям там нету серого цвета? Да, есть. Ну, это там черного белый. Цвета по краям? Нет, это такой белый. Но белый это такой еще. Нет, вон смотри, там черного цвета, смотри, как на картинке. По краям бабочка черного цвета. Ну, тогда сейчас уже черный рассвет. Ну, давайте, черного цвета делайте. Алиса, где черного цвета песок? Вот. Молодец. Как черный по-английски? Молодец. Сейчас будете ободок у крылышек делать у бабочки, да? Да, а белого нету. Белого нету. Там не белый, там серый есть. Да. Был белый у феи Динь-Динь. У феи Динь-Динь был белый? Да. Точно. Прошлую картинку делали фею Динь-Динь, да? И там был белый цвет. Да. А здесь у бабочки другие цвета. Да? Да. Давай, подавай Егору черного цвета, пускай он его открывает. Вот да, подавай вот этот мешочек. Да. Картинки. Как тут? Ой. Это все лето. Еще половина брюшка черного. Ну, смотри по картинке, да. Половина брюшка черного. Снимай тогда брюшка там наклейку. Ну-ка, Алиса, руки покажи свои. Ой, какие руки у Алисы. Ну-ка, еще раз покажи. Ой, какие руки. Да. Алиса молодец, помощница хорошая. Когда мы дадим бабочку, а потом мы помоем руки. Правильно, потом нужно руки мыть, чтобы руки были какие? Чистые. Чистые. Так, черный вот он. Ой, ножницы у нас синие тоже, да? Ножницы покрасились в синий цвет. Так, ну что? Черный цвет в дело пошел, да? Мы ножницы обязательно помоем. Конечно, все потом помоете. Да. И руки помоете, да? Да. Ой, какой черный. Глаза. Черный цвет глаза. Черный цвет?
Да. Так, только смотри, Алиса, сильно так не делай, потому что песок аж разлетается. Ой, я боюсь вот этого монстра с цветными руками. Что это за монстр такой у нас? Я, Алиса. Алиса, монстр что ли? Да. Ничего себе. Ну что там получилось? Убирай грязь и показывай. Ну-ка. Ой, еще нет. Вот уже бабочка какая красивая получается, да? Осталось еще капелька. Осталось еще что там? Зеленый цвет остался, фиолетовый и какой? Пинк. И розовый. Пинк. Алиса, да. Все у нас по-английски говорит, все цвета, да? Так, розовый. Розовый, где там крылышки получаются? Да. Верхние по краям, нижние по середине. Завтра вообще тоже классный цвет. Да? Да. Красивая картинка какая получается. Бабочка. Да? Да. А как эта бабочка, Алиса, называется? Не знаешь? Фреска. Фреска, бабочка? Ну, это понятно, это картина фреска. Так, что у нас? Тренер покой. А, да, розовый. Розовый цвет внутри и по краям крылышки, да? А два фиолетовых. Два фиолетовых? Да, один розовый. Правильно. Фиолетовых. А, да, там два мешочка фиолетового песка, да? Да, один розовый. Вам, наверное, одного мешочка хватит. Да, потому что тут уже мало. А один на другую модельку потом вам останется. Вот я тоже. Все, с розовым быстро покончили? Да. Ну-ка, показывай. Показывай. Ой, какая красавица, красивая бабочка получилась. Ну все, делаем дальше. Так, что у нас? И маленькая, прималенькая. Ой, Алиса, не пугай меня так. И осталась маленькая, прималюченькая, лючненькая, лючненькая капелька серого. Серого, ну ты чуть-чуть капнешь туда, а все остальное уберешь. Твоя хрюшка. Кто хрюшка? Стол был хрюшка. А, стол хрюшка. А кто такой стол хрюшка сделал? А? Няня. Няня? А мне кажется, ты тоже помогала, чтобы стол такой красивый получился. Да, я хрюшку убрала, возносила. А, ты хрюшку убрала? Да, уже возносила. Здорово. Так. Класс, это как будто какие-то такие мягкие камешки. Так, ну что там получается дальше? У нас тоже сверстало. Ну все, ну высыпай теперь серый песок и делай. Какой там остался, зеленый и фиолетовый? Да? Да. Так, что тут? Как в мультике Катя ходила, как слон. Как слон? О, интересный мультик. Слон там ходил. Да, Катя. Да. Ладно, так, что там дальше? Какой цвет пойдет? Синий? А, фиолетовый. Да. Синий-то вы уже сделали. Когда ты можешь нам подарить? Пишу Катя и Макс. Да? Да. Мы будем их тоже насыпать пешком. Ну ладно. Только он наклейком будет. Хорошо. Он будет только с пакетиком с фруктами. С фруктами? Да. Так, ну давай Егору помогай, потому что Егор что-то там в затруднении, что там дальше делать. Ну-ка помоги Егору. Так, вот тут должен быть. А, да, фиолетовый. Ну, там остался у вас фиолетовый и зеленый. Да. И все. И все. Ну, стой, и будет картина бабочки. Фиолетовый и зеленый столько остался.
А зеленый ты сделал желтым. Тогда будут крылышки желтые. Да. Без зеленого. Значит, у вас остался только фиолетовый. Нет, а вот сюда вот еще вот. Один фиолетовый, что ли? Ну, посмотри. Ну, ты вот там, где крылышки должны были зеленым цветом быть, ты их сделал желтыми. Ну, это будет такая разница. Ну, пускай будут желтые, какая разница. Бабочки же они всякие бывают. Да. Они бывают уже цвета. Конечно. Какого цвета бабочки бывают? Фиолетовыми. И вот этими зелеными. И зелеными. А еще каким цветом? Это под нас... красным и оранжевым. Красным и оранжевым. Вообще, как это, как радуга бабочки бывают, да? Да, всякие-всякие. Красивые-красивые. Да, да, как он бомбеж. Да. Алиса, бабочек летом там много видела, да, красивых? Да, он бомбеж. Всякого-всякого цвета бабочки летом летают. Да, он бомбеж. Да. Да, как он бомбеж они летали. Да? Это жмотика, как чебурашка. Чебурашка? Да. Там бабочки летали про чебурашку? Да. Мама бабочка и малютки. Мама бабочка и малютки бабочки? Да. Такой мультик есть про чебурашку, что ли? Да. Что-то Алиса придумала, какой-то новый мультик про чебурашку и бабочек. Да? Да. Теперь мы получим. Ой, какой монстр получается. Теперь мы почти к завершению подходим. А, ну у тебя нижние крылья тогда могут быть зелеными, да? Ты же там оставил? Да. Ну вот, делай их зелеными. И посередине тоже, вот это тоже можешь зеленым сделать. Сейчас тут уже что, он уже тут отпадает, приведется. Ну тут все, что осталось, это делай зелеными, чтобы было красиво. И все. И тогда зеленый цвет вы используете. Да, Алиса? Да. Я не хотел. Красивая бабочка? Ой, облака. Облака? Ты уже и на столе композицию делаешь? Да. А что ты там рисуешь? Я их размочила. Их так размочила. Да? Да. Ну, молодец. Сейчас какая картинка получится у вас красивая, бабочка, да? Фреска из песка. Последний шаг. Последний штрих. Ну, штрих. Два. Два? И один, только один последний пакетик. Один будет запасной. Один запасной? Да, будет запасной. Ну, ладно, потом что-нибудь с него сделаете, да? Да. Я хочу тоже. Ну, помогай, конечно, размазывай. Глаза тоже зеленые. Все, наша картина готова. Ну-ка, показывай готовую картинку. Сейчас. Я ее отряхну тут, а то слишком грязно. Давайте посмотрим, что у вас получилось. Ничего. Ну-ка. Ой, какая красота получилась, какая замечательная картинка получилась. Бабочка, да? Угу. Здорово. Ну теперь, наверное, ее нужно в рамку вставить будет. Да. Давайте будем в рамку вставлять. Один запасной фиолетовый. Ну да, запасной фиолетовый. Да, только один фиолетовый. Подходит запасной под размеры эта рамка? Так, нет. Ну, значит, сейчас что-нибудь придумаем. Так, ну вот Егор в рамку вставил. Почти вставил что-то. Загибаю штучки. Ну давай. Последние штрихи, да? И картина будет готова. Все. Ну давай, показывай картину. В рамке уже. Ой, какая красивая бабочка что? Получилась. Показывай, показывай. Еще раз покажи вот сюда крупным планом, чтобы... Ой, какая красота. Ну что, прощаемся со всеми, да? Пока-пока. Какие у руки у Алисы, да? Разноцветные. Разноцветные. Пока-пока. С вами были... Пока-пока. Кто? Егор и Алиса. Егор и Алиса. Всем пока-пока. Пока.